Всем привет, ребята, и сегодня мы будем делать обзор на Дольче Милк. Мы будем делать обзор на вот такой вот для душа Дольче Милк, шоколадный. И вот такой вот бальзам для губ от Дольче Милка. Правда, тут еще была наклеечка, но крылову свою куда-то дел. Сейчас открою эту штучку. Вот наш бальзам для губ. Сейчас мы откроем наш Дольче Милк. И это... Ребят, сейчас я умою Дольче Милком руки. Вот так. Немного, вот смотрите. Сейчас понюхаем. Какой-то странный молочный запах. Ребят, я забыла руки намочить. Ай, ладно. Так сойдет. Умою руки. Вообще не пенится, хотя это ведь для душа не мало. Наверное, не должен пениться. Вот, ребята, я уже помыла и вытерла. Ну и запах немножко, по-моему, остался. Ну, вообще почти не остался запах, если честно. Теперь хреново хочет помыться. Вот немножко помылись. Теперь смоем, теперь вытрем. Все, сделали все наши действия. Теперь открываем наш бальзамчик. О, он белый. Я думала, он будет коричневатый, а он белый. Ребят, я сейчас мажу его на голову, и какие-то немножко странные плавные шишевиня. Приятно. Ну, вот тут вот мои губки. После него. Так. Вот геля для душа пока раздражения нету, только сухо. Сухо немного. Блин, сушит походу кожу, высушил походу. Теперь она не такая, походу, ладно. Походу кожу высушил. Ну, в общем, ребят, время высказать свое мнение. А, Дольче Милке. Вот этой, конкретно вот этой вот, вот этого бальзама и геля для душа. В общем, Дольче Милк для душа мне, в принципе, понравился, только мне немного кажется, что он немножко высушил кожу. Но ничего. Ну, ничего страшного. Хреновус, он прям понравился, говорит, что прям на ура. Так, это гель для душа. Ну и, в общем, я бы этому гелю для душа по 10-бальной системе поставила бы 9 из 10 или 8 из 10. Лучше поставлю 8 из 10, пожалуй. Хотя нет, лучше 9. Вот 9 ему из 10 ставлю. Так. А бальзаму для губ вот этому я ставлю 10 из 10, потому что он мне прям понравился. Обзор закончился. Всем пока.